600-летию со времени первого письменного упоминания об Одессе, а именно о поселении Хаджибей, на месте которого в конце 18 века был основан наш город, выпустили памятную марку. Почтовый знак издали за счет общественников. Его тираж менее 100 штук. Тираж этой марки ограничен. Это будет сувениром для наших филателистов и для гостей города. Ее можно приобрести вот здесь у нас в этом зале. Согласно тарифа можно ее использовать. На любой конверт можно наклеивать и можно отправлять корреспонденцию. Всего 5 коллекционных листов, на каждой по 18 марок. Одним из счастливых обладателей редкого экземпляра стал начинающий филателист Владимир. Говорит, что в будущем марка может стоить достаточно внушительную сумму. Прогнозировать, что это филателии, довольно сложно, поскольку марка, ну скажем так, редкая, не массового тиража, поэтому я думаю, цена будет высокой. Но какой? Сказать тяжело. Над дизайном марки работали заслуженные художники Украины, а макет утверждали на специальном собрании Союза художников. Элементы полны патриотического символизма. Там отображены вот как раз основные моменты, как вы говорите, вот этой идеи Одессе 600. Там есть и годы там основания города, начало моря, степи. И нашего богатого края, оно максимально собрано вот в этой идее. В большом зале главпочтамта эксклюзивную марку торжественно погасили. К юбилею также выпустили памятные конверты и открытки. Павел Репин, Алексей Мураховский, Думская ТВ.